И твое внутреннее, твоя внутренняя вот эта вот глубокая любовь и доброта к миру, она не всегда играет тебе на руку. Очень часто тобой пользуются, но сейчас ты в таком принятии, что вроде как, ну, пользуются и пользуются. Но очень многих моментов ты все-таки не осознаешь. Если бы ты осознала определенные моменты, тебя бы тело пустило бы на следующий этап твоего восстановления. Потому как, когда тебе что-то говоришь, ты такой, ну, вроде как, нет, все нормально, там все нормально. Или когда кто-нибудь что-нибудь проговаривает про себя, ругает себя, журит, ты тоже сидишь и думаешь, да что ты себе, ты такой молодец, зачем ты так это делаешь? И у тебя вот это вот сопротивление, сопротивление все время миру, ко злу. Ты очень четко разделяешь мир на добро и зло. Нет, Вот добра и зла. видишь, у тебя все время нет и да. Когда мы говорим, когда что-то кто-то говорит, а ты с этим точно не согласен, то есть у тебя уже нет, есть. Если нет, есть нет, то есть и да. Если есть черное, то есть и белое. И наш мозг так устроен, что некоторые моменты мы просто не отслеживаем. Нам не удается их отследить. Нам кажется, что да нет, да, вот это любимое наше. Да нет. И когда что-нибудь говоришь, вот кто-то не воспринимает, если какую-то информацию, непринятие, это значит, что ты туда еще не зашел. Потому как каждую информацию, каждое слово, если кто-то скажет, говорит, ты с ним не сопротивляешься. Ты четко осознаешь, что у тебя путь, он все равно твой, вне зависимости сказанного любым другим. Но ты меня не просто так впустил в свой мир, а для определенных уроков, которые тебе тоже нужно осознать.